Я расскажу вам сущую правду. Сущую правду о себе. Я принадлежу одному весьма зажиточному семейству. К несчастью, они уже умерли. Я жил во всех столицах Европы, коллекционируя драгоценности, охотясь на крупную дичь и немного рисую. А потом началась война, старина. Все союзные державы наградили меня орденами. Майору Джею Гэтсби за выдающуюся доблесть. Совершенно верно. Неужели это все правда? Гэтсби. Он обладал необычайным даром надежды. Но меня не оставляла тревожная мысль, что он скрывает какую-то тайну. Гэтсби. Хотел бы я знать, кто он такой. И чем занимается. Гэтсби. Какой Гэтсби? Мой мальчик! Мистер Карруэй, это мой друг мистер Мэйр Вулфш. Я так понимаю, вы ищете деловые связи? Это конфиденциально. Вы понимаете? Мне очень приятно снова вас видеть. Мне, правда, тоже очень приятно. Как бы я хотела убежать. Я услышала шокирующую новость. You and me! И ведь все сходится. Me, you! Нельзя вернуть прошлое. Нельзя вернуть прошлое. Ну, конечно, можно.